В столичной картинной галерее открылась выставка «Цветовые решения» приднестровской художницы Аурики Флоря. В коллекции собраны работы, которые предлагают задуматься о красоте и ценности жизни. Щедрые маски маслом непременно в ярких, сочных тонах привлекают своим оптимизмом. Аурика Флория рассказывает, ей захотелось передать свое личное отношение к жизни и миру через призму добра и позитива, написанной картины легко и на одном дыхании. Моя идея, мои впечатления живут 3 дня, я заметила. Если я 3 дня не выливаю на холст, они как-то уходят, утрачиваются, и такая интенсивность, насыщенность уходит, и уже нет такого яркого решения. Поэтому мне очень важно зацепиться, то, что у меня внутри назрело. Я делаю много фотографий, если это дом какой-то особенный, я хожу много вокруг, гуляю, делаю такие наброски. Художница написала больше 100 работ, которые вошли в этот цикл. Много здесь пейзажей. Я поставила себе задачу творческую попробовать жанр пейзажа, потому что я никогда не пробовала, и маслом я не писала, наверное, 25 лет с учебных времен, потому что я пробовала акрил, современные смешанные техники, графику, которая представлена в одном зале. Вот. И в этом году просто целенаправленно я закатала рукава, закрыла дверь. Работы распределены по 3 залам. В каждом свое особое настроение. Здесь мы видим философские размышления и драматичные моменты из жизни художницы. На этой картине члены моей семьи. Голубь белый – это образ мужа, который уже ушел от нас, но как бы незримо с нами. Сзади ангел, сзади меня, вот, который волосы мне поправляет, это мой сын. И котик с лицом человека – это моя мама. Личная драма помогла пересмотреть жизненные ценности и передать это через картины. Получилось 140 работ в различных техниках с абсолютно разной историей и стилем. Автор признается, она хочет, чтобы зритель почувствовал всю яркость жизни. Катерина Воронченко и Дмитрий Лиськович, ТСВ.